Очередное судебное заседание по резонансному делу Цкаева проходит сегодня в Владикавказе. К этому часу опросили двоих свидетелей, одна из которых медсестра санчасти МВД Кристина Плиева. В октябре 2015 года она работала в приемном отделении РКБ, куда доставили Владимира Цкаева. По словам медработника, врач скорой ей сообщил, что пациента доставили с улицы. На вопрос, в каком состоянии был Цкаев, Кристина Плиева ответила, что на ее вопрос он не отвечал и дыхание было затруднено. Сегодня же показания дал начальник смены дежурной части УМВД по городу Владикавказ. Кавказу Батрас Купиев. На дежурство он заступил 1 ноября и обнаружил, что в журнале записи задержанных записей на 31 октября не было. Она, по словам свидетеля, сделана позже. О нарушении руководства Купиев не докладывал. Сейчас судебное заседание продолжается. На месте работает наша съемочная группа. Подробности мы сообщим в наших следующих выпусках.